Привет, дорогие друзья! Сегодняшнее видео для боксеров-левшей. Вы просили как раз рассказать, как же действовать левше, как действовать против левши. Я уже рассказывал в своих видео, ну тут в принципе все знают, да? Заходи за ногу, бей справа, начинай справа атаки, здесь все понятно. Но есть боксеры, которые работают в обоих стойках, то есть он и в этой стойке, и в этой стойке. Соответственно, видео будет полезно, да, и тем боксерам, которые меняют стойку, не только для левшей, для левши, для тех, кто меняет стойку, но и не переключайтесь те, кто боксирует с левшами и хочет понять свои ошибки, как боксировать с левшой, как все-таки его бить, как не допускать тех ошибок, о которых я сегодня буду рассказывать. Ну что, обо всем по порядку, погнали. Как я уже и сказал, да, как действовать левше. Значит, левша, он заходит за ногу, да, боксеру правше, заходит за ногу и бьет задней рукой, да, под переднюю руку правши. Под переднюю руку, то есть под левую руку правши, он бьет, соответственно, нужно бить ему навстречу, только пошла, все, бить. Это, в принципе, любой левша это знает. Но сегодня расскажу про одну такую фишечку, один такой интересный момент, элемент, да. И здесь нужно начать именно с боксера правши, да. Как правша бьет, боксирует с левшой. Правша также заходит, пытается зайти за ногу левши, да, как я уже сказал, и начинать атаки с правой руки, то есть под переднюю правую левши, да, правой начинать туда, да, боковые, прямые, в голову, в корпус. Так вот, боксер правша часто допускает такую ошибку, да, если вы боксируете с левшами, тоже смотрите внимательно, старайтесь не допускать этой ошибки. Значит, вы бьете справа, все нормально, убираете голову, бьете справа, но после этого достаете, не достаете, рука возвращается на грудь у вас. И здесь вы открыты, открываетесь. Особенно, если вы хотите пробить серию ударов, допустим, из трех ударов. Задний начинаете, и потом получается, аж вот тут, здесь вот у вас рука, раз, как будто вот такой, как будто велосипед крутят. Раз, два, три туда, да, бьют, бывает достают, бывает попадают, но открываются. И этим боксер-левша должен воспользоваться, да. Теперь слушайте левши. Как вам нужно здесь использовать эту ситуацию, да? Вот вы стоите в стоечке, передней рукой выманиваете, да, дергаете, показываете, что вот вы здесь открыты, пожалуйста, бей. Правша будет бить своей правой, да? Правой проносит он, здесь нужно немножечко откатиться назад, да, хорошо чувствовать дистанцию, отклониться назад, дать промахнуться. Как только он промахнулся, все, рука пошла вниз. И вот здесь вот вам нужно сработать на контратаке. Но так как он идет вперед, хочет бить серию, то это получится очень жесткий удар, практически как навстречу, да? То есть дернули, пошла правая, дали ему промахнуться, провалили. И здесь своей левой сильнейшей рукой тут же, естественно, бьете. Вот посмотрите, я со своим учеником, да, работаю, отрабатываю. То есть я встал в стойку левши и, соответственно, использую этот момент. Конечно, я бью аккуратненько, легко, но понятно, что левша, настоящая левша, здесь будет бить жестко, соответственно, очень такой серьезный удар, практически как навстречу. Следующий элемент, друзья, значит, смотрите, каждый боксер отпускает левую руку, особенно там те, которые там панторезы, да, там, как Рой Джонс, там, опускают левую руку. Соответственно, боксер-левша тоже должен этим пользоваться. А каким образом? Вот вы заходите за спину, за ногу, да, за спину в том числе, да, заходите и, соответственно, заходите с ударом передней руки. Раз, раз туда. То есть вы заходите, смещаетесь в сторону. Соответственно, правша, он вас своей задней рукой здесь не сможет атаковать, не сможет встретить. Ну, ему неудобно просто будет, да, он об свою ногу будет запинаться. Но так как рука опущена, то есть пользуйтесь этим моментом, да. Вот вы раз, 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 начали смещаться. Видите, рука опущена. Все, передней рукой прям бам-бам бросаете. Здесь вы просто хорошие очки наработаете, да. Здесь можно и добавить потом и заднюю руку, как почтальон, да, то есть дэн-дэн, смещайтесь и заднюю рукой туда тоже включить.
Ну и, соответственно, боксеры-правши, когда вы боксируете с левшами, не забывайте, да, про левую руку. То есть, вроде, казалось бы, бьют вас все время с этой стороны, да, вы должны правую держать на месте, защищаться. Ну и про левую не забывайте. То есть, у боксера-левши передняя рука тоже грозное оружие, да. Он вас задний показал, потом на переднюю перевел, да. Поэтому рука здесь, на виске, да. Отработали, поработали, хоп, сюда руку. Справа, хоп, опять руку сюда. Это здесь, это здесь. В общем и целом, сегодняшнее видео, в принципе, о том, что когда вы бьете, нужно возвращать руку на место. Левой отработали, вернули. Правой вы бьете, возвращайте руку на место. И второй момент, это вопрос тайминга, да, то есть нужно бить тогда, когда ваш соперник открывается, когда опускает руку, вы туда бьете, да, провалили, ударили. То есть в этом, в принципе, и заключается вообще суть бокса. Бить тогда, когда нужно, и туда, куда нужно, там, где открыто. Ну что, друзья, кому понравилось, ставим палец, подписываемся на мой телеграм-канал, ссылка будет внизу в описании, «Секреты бокса», где я каждый день выкладываю новые видео с тренировок, с наработкой, с отработкой вот этих элементов, показываю, как что фишки, как что бить, как становиться лучше, лучшим боксером. До новых встреч, пока!